Давай, 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 бизон. Так, ну что же, всем большой приветик, всем-всем большой-большой привет. Сегодня у нас в игру добавили новую коллаборацию с Aston Martin, рулетка Speed Drift, и впервые добавили скин на Мираду. В одном из роликов я говорил, что по-любому скин на Мираду будет, и вот его добавили. Но, к сожалению, добавили какие-то, на самом деле, не очень скины. Розовый прикольный, но это розовый, он какой-то девчачий, что ли. Этот скин, в принципе, красивый, но нет какой-то изюминки. Двухцветный автомобиль, с одной стороны коричневый, с другой черный. Почему не сделать просто фулл черный? Вот так. Было бы вообще идеально. Или фулл коричневый. Не, фулл коричневый не особо мне нравится. Вот фулл черный, это пушка-гонка. Так, что еще? Скин на УАЗик. Ну, УАЗик не особо интересен. РБшка тоже не особо интересна, потому что у меня есть шедевр с Бугатти. И все остальные тачки, как по мне, явно проигрывают шедевру. Вот это, в принципе, неплохая. Но шедевр от Бугатти в разы лучше, как по мне. Итак, значит, моя цель забрать, скорее всего, вот эту. Либо вот эту, не знаю, посмотрим. На все про все у меня есть 22 тысячи UC. Не знаю, хватит, не хватит. Вот, поехали с пропуском. Также, я хочу рассказать тебе про наш магазин, где ты можешь купить UC быстро и по максимально низким ценам. Просто переходи по ссылке в описании в наш магазин, пиши нужную тебе сумму для пополнения, оплачивай, и в считанные секунды UC будут у тебя на аккаунте. Поэтому обязательно подписывайся и покупай UC выгодно. Let's go, разгон. Плюс одно ускорение пойдет. Кстати, видимо, поменяли анимацию, подожди, давай. Без пропуска посмотрим. Нажмите для продолжения. Нажимаем. Ема, полный газ. И это неудача. Еще раз гон. Полный газ, let's go. Плюс одна скорость. Слушай, а прикольно, подожди. Еще хочу потыкать. Нажмите для ускорения. По бокам красный загорается. Это значит, что ты уже 100% проиграл. Так. Давай. Опять проиграл. Но сейчас будет гарантированно. Да, горит желтый. Что? Плюс 3? Что? Впервые в жизни у меня выпадает плюс 3. Скорость. Впервые в жизни. Впервые в жизни за все время вообще плюс 3. Что? Так, подожди. 2500 UC дальше. Ладно, идем дальше. Давай сразу же тоже плюс 3. Плюс, давай плюс 3. Нет, красная горит. Сейчас уже по 2500, это уже, ну, достаточно дорого. Так, разгон. Тоже красный. И сейчас у нас гарантированно. Давай. Желтенькая. Желтая? Плюс 2. Так, подожди. Подожди, забрать, не забрать. Стоп, сколько у меня UC осталось? 14 тысяч. Забрать, не забрать? Я, получается, за 8 тысяч забрал одну монету. Забирать или нет? Вот в чем вопрос. Или забрать плюс 2. Ну вот, опять же, да? Давай чисто логически порассуждаем. Стоит ли мне забирать 2 монеты? Скин на РБ мне не нужен. Скин на УАЗик мне тоже не нужен. Зачем? У меня есть Мазератти. Зачем мне еще какой-то скин? РБшки мне тоже не нужны. Ты глянь, сколько у меня и Бугатти, и Кёнигсберги. А вот скина на Мираду у меня нет. И только поэтому, я думаю, не стоит забирать скины на РБ и на УАЗик. А УАЗик обычный, самый обычный. Ничем от Мазератти не отличается. Скин на РБ у меня есть шедевр. Сейчас надо решать. Какую Мираду забирать? Блин, ну розовая она девчачья, она девчачья, ну явно, ну как? Вот представьте, мы с Тессом вдвоем играем и катаемся на розовой Мазерати. Да ну не, надо такую брать 100%. А шедевр получается на Мираду. А как он выглядит, вопрос? А не знаю, наверное, заберу просто обычную вот эту тачку, да и все. Плюс супер выгодно получилось. Окей, забрать, отлично. Так, теперь обмен. Получаем Aston Martin коричнево-черный. Окей, и он мифический. Так, перки коллекции транспорта. Это что такое? Собирайте определенный транспорт, чтобы открыть дополнительные эффекты транспорта. Так, 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 перейти. Это что такое? Посмертный ящик. Эксклюзивное озвучивание. Welcome to my Aston Martin. Congratulations. Понял, это что такое? Облик контейнера. Вау, так она еще в контейнере может быть? Эксклюзивный номер? А, там, то есть, можно написать там 666 или 777. Ну, прикольно, так. Грандиозный дебют. Это что такое? А, ну это так получается, ящик будет открываться. Так, ну я хочу получить. Давай вот это получить. А что мне надо делать? Я хочу получить показатель участия 100 монет. Подожди, а что мне сделать, чтобы ящик хотя бы получить?
Я хочу ящик получить. Что мне нужно сделать? Почему такие рулетки сложные в последнее время? Я не понимаю. А, я, кажется, понял. Чтобы получить возможность улучшить ящик, нужно получить 3 машины минимум. Эксклюзивная озвучка 4 машины минимум. Облик контейнера 5 минимум. Ну и так далее. И номер нужно 6 машин. Это очень дорого. Вот я на одну тачку потратил 8 тысяч. И это мне еще повезло. А нужно 8. Да не, все, я не буду дальше крутить. Слишком дорого. Я помню, я на прошлый шедевр потратил в районе 70 тысяч, наверное, или 50 тысяч. Вот подобные повторять я не хочу. 100%. Так, Мирада. Поставить. Первый скин Эмирада, отлично. Так, у нас остается 14 тысяч UC. В одном из прошлых роликов я говорил, что вернемся к этой рулетке Hollow Body. Отсюда я хочу забрать рюкзак, стоит 300 монет. Давай добьем его быстренько. До соточки, чтобы забрать гарант. Поехали. 3 десяточки сделаем. Ничего интересного. Еще десятка. Тоже пустота. И лаз десятка. Бэмс. Выпадает QBZ-шка. Болото, которое почему-то не перерабатывается. Так, ну и забираем монеты. 482 монеты. Обмениваем на рюкзак. Важный вожак. Ну и 10 классики заберем. Почему бы нет? И купоны здесь еще. Так, 13 тысяч UC. Куда пойдем дальше? Мне нужны материалы, чтобы прокачать берил. Нужно 4 материала как минимум. А где их пофармить лучше всего, вопрос. Давай, наверное, ящик удачи вот этот. Почему бы нет? Отсюда я тоже мифки не забрал. Плиз, дай материальщиков. Надо 4 материала минимум. Давай. Игра, не подводи. Серебро, краска, купончики. Давай с пропуском, бэмс. Серебро, краска. Подожди, а где материалы? Игра, дай материалы. Краска, 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 серебро. Едем дальше. Серебро, серебро, краска, материал. Рюкзак выпадает. Рюкзак, слуга правосудия, который был уже. Давай с пропуском, бэмс. Рюкзак, звезды и полосы. Тоже такой был. Давай гарант откроем. За гарант, краска. Где материалы? Почему материалы не падают? Ладно, еще до гаранта дойдем. Еще разочек. Так, хорошо, первый есть материал. Еще 3 надо. Костюм, благородный маскарадник. Этого мифика у меня не было. Красиво, приятно. Идем дальше. Еще десятка. Краска, краска, серебро, купончики. Еще десятка, парашюты, которые были. Еще десятка. Блин, ну нет материалов. Хотя бы мифик упал. В гарантах одна краска, что за прикол? 3 материала не надо. Может быть этот ящик? Давай этот ящик попробуем. Тоже до гаранта дойдем. 3 десятки сделаем еще. Обвес выпадает, кстати, не было такого. И еще десятка, бэмс. Тоже ничего. Нет материалов, ну ты глянь, просто нет материалов. 20 краски. Да ты издеваешься, нет? Почему мне падает 20 краски? Так, а может быть вот эта рулетка? 6 тысяч и все остается. Может быть здесь... Здесь за грант можно получить материал. Давай пробуем здесь. Почему бы нет? Поехали. Выпадает у Вилмак, который был. Еще десятка. Головной убор. А, это золотой. Головной убор золотой. Неплохо. Красиво. Едем дальше. Сегодня с моим везением я явно что-то не так. В хорошем плане. Так, еще десятка. 3Х, которого не было. Но мне нужны материалы. Парашют. Парашюта тоже не было. И еще материал. Так, еще 2 материала надо. Еще 2. Плиз, не подводи. 4Х, которого тоже не было. Еще десятка. Монеты, монеты, краска. Еще десятка. 6Х, тоже не было. Еще десятка. Бэмс. Шлем крылья ночи, мифический. Тоже не было. Что? Что происходит? Так, пустота. Еще десятка. Дай материал. Ну, по-братски, игра. Выпадает уголок, который был. 183. Так, обмениваем один материал. Блин, мне нужен еще один. Еще один. Сейчас быстро закину UC и добьем один материал. Итак, закинул немного UC. Поехали дальше. Надо добить один материал. Монеты, краска, монеты, еще десяточка. Материал! Ну где же ты? Где ты материал? Есть материал. Все, отлично. Отлично. Так, мне не хватает 9 монет до еще одного материала. Давай добьем. 9 монет. Есть. Хорошо. И по итогу забираем... материал. Так, еще дали здесь купоны. Давай их откроем. Хорошо, дабл. Пойдет. Еще дабл. Больше даблов, плиз. А, это еще не все. Еще дабл дали. Хорошо. Так, и прокачиваем наш берил. Улучшить.
наконец-то, он прокачан до качественной формы. Еще нужно 6 материалов до ящика с добычей. Так, ну в целом, неплохое открытие. За 8 тысяч забрали Aston Martin, прокачали Берил, выбили новый мифик, и все это за 24 тысячи VC. В целом, я считаю, что неплохо. Вот, ну а сейчас пойдем поиграем с Тессом, также в дуо против сквадов, потестим новую Мираду, покатаемся на ней. Ну и, само собой, перед самым началом, желаю тебе приятного просмотра, приятного аппетита, если ты кушаешь, не забывай про свой лайк, подписывайся на канал, пиши любой свой комментарий, ну и погнали в игру. С нами два сквада. Угу. Так, сразу на второй. Давай, 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 бизон. Вырубил. Блин, тут двойка была. Оружие не открыл. Добил. И первый этаж у нас. Второго тоже вырубил. Пипец. Поприземлялись. Что это? Тут авик выпал. Или что это? Блин, это М24. Только обрадовался и расстроился. Ладно, я возьму, пожалуй. Тут тоже снайпер колотал. Блин. Че он делает? Там все вокруг хватятся. Я хилюсь. Вот здесь чел на стеночке стоит. Пробегает. Вырубил его. Ой, мне СПшки нужны. А ты открыл свой ящик? Да, там снайперка. А чел, короче, на этот, на вышку поднялся. Сейчас я его убью. Блин, дамаг не проходит. Почему дамаг не проходит? Я прям четко же попадал. Может, он в углу стоял с той стороны. А может, фиксанули эту темку? Нет. Я и третий, и второй этаж. Прифигачим. Ну, погнали, вышку закроем. Давай. У меня молик есть, я на третий сейчас закину. Закинул. Чел падает на нас с него. Надо этого закрыть. Пол. Жёг, жёг, жёг его. Он внизу пал или что? ХЗ, да, походу снизу. Я не понимаю. Что происходит? Так, мой нокнут здесь, вот здесь чел. Продамажил его. Здесь двойка, здесь двойка. Один справа, надо право закрывать. Лоу. Забрал. Лучше. Все, нормас. Блин. Тут готово, блин. Там еще боты слева. А, бро, я, наверное, полечу сейчас. Блин. Башня мага, все. Там ботов крошит. Блин, я не понимаю, он первый этаж или второй? По-моему, первый. Может, подлетим к нему? Давай-давай, я у него в упоре. Есть шарик подойти? Сейчас шарик соберу. Все, иду. А, он на улице вот здесь. За башней магов, получается. Убегает, там двойка. Нокнул. А, там еще один. Да. Я его добил. За деревом стоит просто. Окей. Справа пикнешь или слева? Может, я полечу, забачу его? Он более кинул. Блин, и раскида нет. У тебя нет еще? Нет, нет. Да пошли бы вдвоем. А, что-то видно его. Да? Иди сюда. Я справа пикну, он по тебе откроется. Нокнул. Он уж сам побежал. Нормально. Так, снайпу выкину. О, слушай, тут же этот эйс Галил есть. Я Галил забрал. Блин, или нет? Не-не, не хочу пока с Галилом. Ну, лучше нет. Пока, я пока на него не настроился на свой еще. Ой, ботан окнули. А есть пятерки у тебя? Давай, давай, блин. У меня... Нет, ТП шнул жестко. Поет внутри, тут где? Слева здесь. Это бот. Там мейн. В мейне, да, чело? Да-да-да. Сольник уродцев. Так, ну я пробежал к домику.
Не-не, он убегает сюда. А, это тоже бот. Байонет топал 100%. А он на улице. Ясно. Нокнул. Хорошо. Это он был? Добивал бота. А, ну все, окей. Так, ну все, я full ready, в принципе. Погнали. Где-то здесь капсула, а вот есть. Она. Да, есть здесь. Блин, эмок нет, вообще обидно. Надо бы заехать, закупиться. Че, давай в магаз сюда заедем. Давай, давай. Ну только это тупо то, что с ящика выпадает М24. Да. Когда файт во всем. Файт везде клоус-файтный. Файт клоус-файтный. Файт в клоузе. А ты играешь с снайпой. Кайф. 42 монеты. Вот это нормально залутался. Скинул. Так, эмочка. Залагало, бро. Да, у нас. Да. Сюда поедем? Да, бот кого-то нукает. Ну, либо бот, либо чел байтят. Да, да там РБ едет, бро. Стоп, стоп, стоп. Прям на нас. Не вижу, не вижу, не вижу. Забери ему задачку. Все, минус. Хорош. Еба. Взлетели, прям. Еще сверху чел бежит. Ног. Хорош. Это одна пачка. У них еще должен быть один. Вот тут вроде лежит. А, вижу, вижу, вижу. Гоша тоже, да. Да, да, лежит. И еще чел подходит. Забрал бота. Я не знаю, может быть его видно будет отсюда. Сейчас я залечу. Блин, он не залетает. Да стоп. Так, ладно, хотя бы сюда. А метку можешь поставить, Лис? Вот на дерево может. Справа, да? Ну поехали, заедем на него. Мы тут деревья. Давай улетим просто. Да, да, на хуй пущечке. Че, я золотая спас. Вот третий броник. А, тачка, тачка, тачка! Блин, там боты. Ладно, давай этого закроем. Сольник этого. Погнали. Потом с РБ разберемся. А, они на тачку заехали. Не лечу. Давай. Он внутри. Он внутри. А, стоп, чел! Че, к нам едут? Да, слышу. Газ, поехали. Окей, окей. А этот под нами. Да, это сидит. Пипец, разные челы просто сидят друг у друга в упоре. Ну, там вроде на магазе двойка, да? Да, там пулик. Может, они уже скипнули магаз. Ну, поехали туда, прокатимся, не? Шелтера точно заходить не вариант. Стоп. Угу. Это он стрельнул? Это он. Да, да. Мне показалось, где-то на улице выстрел. Он тебе попадет, я тут. Да, я колес на баге пробил. Стоп. Может, на рожок лучше? А что там на рожке? Ну, давай на рожок. Дроп падает здесь. Опа-на. Здесь АВМ. О, на есть дроп на М-ку. А, челы наверху сидят. На, я спрыгнул, по-моему, вниз. В магаз. Да, наверху уже никого нет. Ну там точно был чел. А, вот здесь на улице. Вот здесь на улице. Зашел внутрь. А, они вызвали себе шар, бро. Шар здесь слева стоит. Да, 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 видишь. Интересно, это они или нет? Да, да, 100%. Он вызвал. На этом, на магазе стоит. Прикинь, шар лежит. Понимаю. Что? Он... Я вижу чела на магазе, прицеливаясь туда, и это меня убивает. Маха. Но это невозможно было прочитать, это просто нечитаемо. Да. Ну, единственное, что радует, у них там шары, они сейчас улетят просто.
Надеюсь. Туда же летим. Ну да, нам залутать себе надо, забрать лут. Ну там вазик под нами есть, вот здесь. УЗИК у меня. У меня тоже УЗИК. Нормально, с двумя УЗИКами. Кстати, так РБшку не встретили. Пойдем. Надо РБшку найти. Я также подъеду. Подожди, этой баги вроде не было. Справа. Да, ее не было. Мне, наверное... здесь бегает, справа. Короче, там, где мы убивали тех щелов, они там. А, это ты? Тачка, сзади. Едут. Стопнули, бро, стопнули. Блин, это они. И у нас сзади еще бро. Вот здесь. Я пока цепал. Нет, тут он на дереве лежит. Убил? Хорош, лучший. Он на горе стопнул. Я понял. Ясно. Пиши. Так нормально видно. Если мы выживем, то им бабу будет. Они отошли, они сейчас будут этот... тачку брать. Да, взяли тачку. Thank you. Вышел. Один левее. Слева пикает. Блин. Он снайпер как будто. Да, вот смоки бы найти. У тебя нет смоков закинуть на ящики? Нет, нет. Да там без толку, братан. Я успел только луч подобрать в третью каску. Да, там обои. Кстати, его неплохо. Да, да, я видел. Я сел-то... нормально. А, один правее. А, да, Вик нокать слева пикает до сих пор. Я вижу. Отстань. Я залутался. Так, что я смоки накидаю? Нормально. Так, я полетел. А, по ним вроде стреляют, бро. У тебя нет капсулы хуйпу этой? Нет, и не было, да, получается, в инвентаре? Есть? Все нормас. А, хуйпою нет, хуйпою нет. Ну, тоже дал им где-то. Ух, хп снял, наверное. Бро, они там лежат просто. И я еще на баге колеса пробил, как на злонтой. А давай в сторону шелтера полетим. Шелтера, да. Да. В ту сторону и поищем тачки. Но нам тачку 100% надо найти. Тачек вообще нет. Мне пельменей много, но тачек вообще не вижу. Пельменей ноль. Есть РБ, отлично. Баги же этой здесь нет? Нет. Вот. Это та самая баги, как раз таки. Вот она здесь. Что делаем? Можем на Шенрона поехать справа. Под закрыть этих щелов, которые на горочке лежали. Давай. Ну да, они здесь. РБшки стоят. Капсула хуй поезд справа. Точка есть. Это они 100%. Перевернулись. Одно. Почти. Братан, туда вообще забей. Да как? Есть, вырубил. Есть. Да, я забираю. Забрал. Я катаюсь за зоной вообще. Я поехал. А, за ним. Да, блин, как попасть? Выбил. Найс, маха. Золотаешь? Да, мне пятерки нужны. И, бро, смоки, вот здесь там челы. Окей, надо ехать. Да, погнали. Мне пельмешки еще. И пятерок у меня вообще нема просто. 33 на 0. В зону поехать или на горе стопать? Давай на горе стопнем, почекаем их. И мне пятерки нужны, можешь на скинуть? На пятерок. Спасибо. Видны их? Они прям в флопане, там вроде тройка была. А, давай на ту. А, бежит чел здесь. Вижу. В тачку садится, вроде в РБ или в ВАЗик. ВАЗик сел.
Вазик, вазик открытый. Вырубил одного. Выбил второго. РБ сейчас взорвется. Есть. Минус все. Найс! Да, конечно, пятерки нужны. Имба. Какая же имба. Так, ну еще 8 челов остается. Общаги, наверное. Да, общаги. Че, у нас канистры нет? И нам надо найти этот Мирадо или как его. Да-да-да. Но если не найдем, я потом уже в этом полигоне покажу. А, перед нами тачки идут. На нас пой-пой, идут, да. На нас идут. Я вижу. Ой, братан, здесь тяжко будет от них. Как-нибудь мансы, как-нибудь куда-нибудь. Вот так. Нет. Убил. Лучший. Просто, братан, это вообще... Я вышел, мне закрутило всего. Забей! Че за чумовая катка просто? Блин, какой же хуйпой имба, когда за тобой они едут. Ты просто не сможешь их нокнуть. Нормально, нормально. У челов и МГш, и фулл лут. Они просто все эти драконы залутали, понимаешь? Мы их на ивенте закрывали, кстати. А, да? Прикольно. Ладно, давай на... давай найдем. Правда, здесь пол хп. А, у меня еще села есть, хой-пой. Давай я села вызову, где-то стопнем. Давай, на кемпах, может быть, сзади вот здесь. Watch out. Да, здесь нормас. На горе рожка это не вызывали своего тиммейта. Угу. Так, еще пятерочка. Угу. Общаги вроде фри отсюда. Таким пятерочником. Было прикольно, если ты убиваешь челов, у которых прокачаны ки, и забираешь их способность. Кстати, да. Это было бы вообще имба. На дропе, на дропе, на дропе есть. Слева дропа сидит, лутает. Вроде как. Нет, пока. Да. Лежит, лежит вот здесь. Снизу. Окей, окей, хорошо. А еще один лежит просто. Да, вижу. Одно. Еще я прокачусь. Он просто одно. Вырубил. И один справа. Где ты? А, лежит. Он лежит. Хорош. А, что? Найс. Еще три типа, да. Надо вот так по краю зоны прокатить. Вот туда наверх тоже. Тут везде могут быть прям. Не вижу, не вижу, не вижу, не вижу. Надо однушку в поле чекать. Да в поле, по-моему, лежат где-то просто. Мы уже просто все проехали. Мы заметили, наверное. А представь, если он все время в этом домике сидел. О, лежит перед нами за камнем. Маленький камень перед нами. Ближайший, да? Вот этот? Да, да, вот этот. Да, вот этот вот. Да, вижу. Сзади. Убил. Ютуб панда. Потеет, ребята, просто потеет. Ты глянь. Блин, давай чекнем кемп. Давай, кажется, давай, давай. Сидит. Можем лучем вообще чекнуть. Да не, никого. Никого. А мы с кого воротку выкидывали? Это тут? Я выкидывал, да. Короче, я буду каждое дерево сейчас простреливать. Ой. Я правый край чек. А вроде никого. Два дерева прострелил. Ну где-то у тебя должно быть 100%. А, я... Подожди, вижу. Вижу вроде как. Если мне не показалось. Где-то здесь у меня. А, да-да-да. Лежат вдвоем два скалачика. Ветре. Прикинь, два москалачика лежат. Забей. Короче, по итогу 29 киллов, 4000 урона. А, вот. Вот такая вот получилась каточка.
Я думаю, на этой прекрасной ноте будем заканчивать на сегодня. Мираду выбили супер офигенно крутую, супер классную, супер сочную. Карточка просто бомбически сочная тоже получилась. Поэтому обязательно прожимай лайкусик, подписывайся на канал, если ты еще не подписан. Пиши любой свой комментарий. А, ну и само собой, сейчас зайдем на полигон и посмотрим нашу Мираду. Let's go! Катки, к сожалению, не получилось найти. Вот, сейчас посмотрим на полигончике. Бэмс! Слушай, а в игре она смотрится гораздо красивее. Чекай просто. Бэмс, крыша. Блин, ну офигенно. Просто офигенно. Даже за одну монету выглядит очень красиво. Короче, я считаю, что это гораздо красивее тачка, чем розовая. Розовая, она какая-то гламурная девчачья, как я уже говорил. А это прям прикольно. Была бы она фулл черная, просто было бы офигенно. Ну или хотя бы фулл такого света. В игре реально очень красиво смотрится. Так, максимальная графика. Смотрим. Давай в салончик посмотрим. Салон на максималке. Ну как-то не особо поменялся. А вот и сама тачка уже, в принципе, прикольно, особенно в движении. Нитруха тоже валит прям бодро. Короче, я не пожалел. Считай, практически на халяву за 8 тысяч получить скин на тачку мифический. Я думаю, это неплохо. Даже такую. Вот, ну и все, в принципе, еще раз. Желаю тебе хорошего настроения, удачи и пока-пока. Увидимся в следующем видео.